Жил я славно. В первой трети 20 лет на Божьем свете потечь по влечению. Жил безбедно и при деле плыл, куда глаза глядели, по течению. Заскрипит ли в повороте, крутанет в водовороте, все поправится. То обуюсь, то разуюсь, на себя в воде любуюсь, очень нравится. Берега плывут за лодку, ну а я ласкаю глотку медовухою. После лишнего глоточку, глядь, плыву не в одиночку, а со старухою. И пока я удивлялся, пал туман и оказался в гиблом месте я. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо. Ах ты, бестия! Я кричу, не слышу крика, не вижу от страха лыка, вижу плохо я. На ветру меня качает. Кто здесь? Слышу, отвечает. Я нелегкая. Брось креститься, причитая, не спасет тебя святая Богородица. Кто рули и веслы бросил, раз нелегкие заносит, так уж и водится. Глядь, на берегу вторая, лодку к берегу косая, морда хитрая. Ты, кричи, плывешь над бездной, я спасу тебя, любезный, слезы вытру я. Я кричу, ты кто такая, отвечает, я? Косая, я кривая, я тебя вывезу. Вот понимаете, вот как вот, вот сложность философии. Не буду читать. Но не получилось. Но ведь не всегда все получилось, правильно? Ладно, мы сейчас говорили от Пушкина до Бродского, сейчас Бродский, и я...